Бойцы Западного военного округа продолжают выполнять задачи ВСВО. У каждого из них есть семья, родственники и друзья. Поддержка связи между ними очень важна и необходима. Благодаря возрождению традиции полевой почты сейчас налажено регулярное общение. Военные специалисты почтовой связи непрерывно доставляют письма и посылки. Граждан, которые хотят поддержать наших военнослужащих, довольно большое количество. Приходит огромное число писем. Мы ощущаем поддержку народа. Буквально сотнями я приношу письма в подразделение, и каждое письмо находит своего владельца. Весточку от военнослужащего из зоны спецоперации получили и родные в Дагестане. Теперь семья готовит в ответ письмо от дочери и посылку. Пишет о том, что у них все хорошо, чтобы не переживали, что обстановка у них стабильная, что посылки наши доходят. И то, что мы с детьми в школах собираем, в детских садах, все тоже до них поступает. Сказал передать всем большое спасибо. Спрашивает, как дочка, как дела в школе, когда каникулы. И пишет о том, что очень скучает и надеется, что скоро будет дома. Фельдъегерская почтовая связь Вооруженных сил Российской Федерации является единственным и уникальным видом почтовой связи, который позволяет доставлять все виды отправлений личному составу, проходящему службу в зоне СВО. Напомним, что отправить письмо можно через отделение Почты России, указав адрес город Москва, 400, индекс 103-400, номер воинской части, либо войсковой. Его можно узнать в военном комиссариате по месту жительства.